тишина оглушала. Не считая хруста давно опавших листьев под ногами и редких одиноких птичьих трелей, единственным источником звука был шелест в кронах деревьев. Ты никогда раньше и нигде больше не видел таких густых зарослей. Высокие кривые деревья переплетались друг с другом, порождая прочные стены из стволов и лиан. Через густые кроны практически не проникал солнечный свет, но темнее от этого не становилось, потому что снизу ствол каждого дерева был плотно облеплен флюоресцирующим мхом, заливавшим ваш путь призрачно-белым светом. Стелящийся до пояса по земле туман рассеивал этот свет еще сильнее. Седьмое испытание. Лесной лабиринт. Трудно сказать, как долго вы блуждали, наверняка уже несколько часов, сказать точнее, не видя солнца, было практически невозможно. И чем дальше, тем сильнее тебе казалось, что вы ходите кругами. Ничуть не обнадеживал тот факт, что все твои попытки применить хоть какую-то логику при поиске выхода провалились, и наткнулся ты на него чисто случайно. Сперва ты пытался заламывать ветки на уровне плеча, чтобы отметить путь и не плутать кругами, но деревьям твоя затея пришлась не по вкусу. Кстати, вот и сейчас твою ногу пытается оплести лоза. Сел, не подсобишь? Селестия подошла к тебе, поставила копыто рядом с твоей ногой и сосредоточилась. Лоза освободила тебя и уползла обратно в сплошной покров растительности, опутывавший ближайшую стену лабиринта. «Они не привыкли подчиняться приказам пони», – вздохнула Аликорница. «Здешние растения вообще никому не подчиняются». «Ну, тебя они пока не трогают, как я погляжу. Не знаю, почему их так и тянет ко мне, и, наверное, не хочу знать». Селестия хихикнула. «Похоже, все обитатели Эквестрии находят тебя неотразимым. Пони, растения и даже, судя по твоим рассказам, кианги и минотавры так и жаждут узнать тебя получше». «Да, я же просил не напоминать об этом», – проворчал ты. «Прошу прощения. Возможно, если ты будешь держаться ко мне поближе, то сможешь впитать часть моей непривлекательности». «Очень может быть. Кстати, да, я ведь единственный из нас, кто принимал сегодня ванну. Спасибо твоей выходке». Когда ты приблизился, она стегнула тебя розовым хвостом и одарила гневным взглядом, совершенно очаровательным и совершенно бесценным. Положив руку ей на холку, ты несколько минут молча шел рядом, барабаня пальцами по мягкой шерстке, пока терзающий тебя вопрос не встал настолько остро, что ты не смог не озвучить его. «Так это... мне совсем не хочется спрашивать, но... мы заблудились?» «Только временно», — ответила она. «И как это понимать?» «Так что я кое-что ищу, но пока что не нашла. Зато когда найду, то пойму, где мы и куда нам идти дальше». Ну, это обнадеживает. Как бы». Она вздохнула, закатив глаза, и снова хлестнула тебя хвостом. «Право слово, порой ты так же невыносим, как невыносим был он». Она прибавила шагу так, что твоя рука соскользнула с ее холки. «Похоже, ты задел ее за живое». Ты, конечно, знал, кого она имела в виду. Он был одним из их троицы, ее старший брат. «Пусть мне и нравилась компания Глуми, она никак не могла помочь отыскать древнюю магию. За нашей встречей последовали еще несколько недель, в которые я так ничего и не добилась, пока она вполне успешно обновляла звездные карты, благодаря необычайно ясным ночам на острове Эквус. Конечно, я была подавлена, но не могла не радоваться, глядя, как моя подруга осуществляет мечту, недостижимую в пределах ее племени. В очередной раз я пришла к выводу, что искать просто-напросто нечего, и стала мысленно готовиться к возвращению с позором, когда еще одна случайная встреча вдруг все изменила. Он был взрослым единорогом, чей рассвет сил уже подходил к концу, однако была в нем упрямость, заставляющая поверить, что стар он ровно настолько, насколько ему угодно. Его слегка выцветшая коричневая шерстка, черная с проседью грива и до смешного кустистые брови создавали дикую помесь из образа почетного старца и пони, которому не сильно-то хочется доверять. Метка с четырехлистником клевера, начертанным на страницах книги заклинаний, едва ли могла что-то сказать о своем обладателе. Мы совершенно случайно столкнулись с ним на пути к южной окраине Кальдеры, и, похоже, он был не меньше нашего удивлен подобной встрече. Глумми сразу отнеслась к нему с недоверием, и я не могу ее в этом винить. Вражда между пегасами и единорогами была самой острой. Я и сама была на стороже, но помню урок, извлеченный из встречи с нею, не стала судить о книге по обложке и решилась приблизиться к нему. И так же, как с Глуми, узнала нечто совершенно неожиданное. Его звали Клевер, он был изгнанником, даже я слышала о нем. Когда-то он был советником самой принцессы Платины, но за свои постоянные призывы к миру и сотрудничеству с остальными племенами был изгнан с позором. Но самым поразительным оказалось то, что на Эквус он прибыл с той же целью, что и я. Он искал источник древней магии, потому что считал, что только с ее помощью удастся разрешить конфликты между племенами.
В момент нашей встречи я не смогла до конца довериться ему и, конечно же, не стала рассказывать истинных целей своей экспедиции. Хотя, подозреваю, он сам все понял. Но чем лучше я узнавала его, тем сильнее он мне нравился. Больше всего он любил дарить улыбки и смех. Сравниться с ним может лишь наш элемент смеха. Он очень сдружился с Глумми, когда оказалось, что оба они, на мою беду, питают страсть к розыгрышам. Я не помню точно, когда это случилось, но я прекрасно помню, что почувствовала в тот момент. Мы разбили лагерь у подножья холма, и когда солнце стало клониться к горизонту, на меня снизошло ощущение необычайного покоя. В тот самый момент я осознала, что мое доверие к ним безгранично, и это взаимно. Мы обменялись взглядами и поняли, что чувствуем одно и то же. Прежде чем мы успели что-либо сказать, столб пламени, обрушившись с небес, объял ближайший холм. Оно плясало и кружило, но ничего не сжигало, а когда оно рассеялось, нашим взором открылся странный алтарь. «А, вот и он!» – воскликнула Селестия и поскакала к необычного вида стене леса. «Что? Ты что-то нашла?» – спросил ты и последовал за ней. «Да, именно то, что искала. Поразительно, в нем все еще жива магия». Ты присмотрелся к стене и заметил вырезанное в ней изображение четырехлистника клевера. Контур его тускло светился, будто питаемый садящейся батарейкой. «Клевер высекал их, чтобы отметить наш путь». Ему пришлось воспользоваться магией, потому что любые другие отметки вскоре зарастали сами собой. Я надеялась, что они сохранились, и, как видишь, я оказалась права. Если будем идти в ту сторону, в которую указывает черенок, то вскоре найдем выход. Она поскакала прочь, страстно желая отыскать следующую отметку. Ты поспешил за ней, страстно не желая, чтобы тебя домогались странные лианы. И, разумеется, отметки привели прямиком к сияющей руне, спрятанной в потайной прогалине глубоко в лесу. Вместе вы шагнули в сияющий круг и испытали ставшее знакомым чувство падения, а уже в следующий миг снова были на острове Экус. Ты вынул из кармана камень, теперь он не только теплый на ощупь, но и спускающий тусклый серебристый свет. Уже половина. «Я кишка дёр, каменное копыто! Я стоял на поле битвы, когда еще говорить не умел! Не счесть, сколько раз мой слух услаждали стенания тёлок и телят моих врагов, когда мой молот кружил их деревни! Я утолял жажду их слезами, а голод трофеями, добытыми в бою! А теперь ты смеешь заявлять, что я должен сжать эту презренную...» Ты воткнул ложку ему в рот, пока он снова не разорался. Господи, да такими темпами ты оглохнешь раньше, чем дойдешь до выхода. Да, молодец, пробормотал ты, вытаскивая ложку. А теперь ешь свою кашу. Нравится кашка? Престарелый минотавр сглотнул и выхватил ложку у тебя из рук. Все с тем же выражением животной ярости на лице, он неуверенно зачерпнул еще ложку каши. Терпимо! Ну и отлично. Если что понадобится, нажми кнопку вызова сиделки. Вздохнув с облегчением, ты выкатил тележку из палаты Минотавра в коридор, стараясь не задеть что-нибудь белым рогом, подозрительно торчащим из-под скатерти, скрывающей содержимое нижних полок. Ага, более дурацкого плана и не придумаешь. Восьмое испытание. Дом престарелых, поле кровавой брани. Итак, судя по тому, что сказала Селестия, этому месту уже тысячи лет. Похоже, Минотавры либо очень уважают своих стариков, либо совсем их не уважают, это как посмотреть. Дело в том, что каждого достигшего определенного возраста Минотавра отправляют сюда доживать свои дни в относительном мире и покое. Казалось бы, не так все и плохо. Но не стоит забывать, что Минотавры – существа отнюдь не мирные, поэтому с их точки зрения это отстой полнейший. Неудивительно, что большинство постояльцев пребывало в постоянной ярости. Серьезно, заводились они с полпинка, и драки здесь были явлением вполне обыденным. Но если что и бесило этих старых ушлепков до опиздения, так это пони. А потому совершенно неудивительно, что одни из портальных врат острова Эквус вели в какую-то из подсобок этого расчудесного заведения. Ты закатил глаза и тихонько выругался, толкая тележку по коридору. А она не ошиблась, когда сказала, что у предтечей было извращенное чувство юмора. Хотя если подсмотреть отстраненно и непредвзято, то это и вправду просто умора. Ты шел по коридору, замотанный с головы до пят в больничный халат на 3 размера больше, с хирургической маской на лице, толкая перед собой буфетную тележку, на верхней полке которой стояли миски с кашей для пожилых постояльцев. А на нижней пряталась хреновенько замаскированная санцелошадь. Притворяясь, будто развозишь обед пациентам, ты медленно, но верно продвигался к выходу. Да, совершенно дебильная затея, но ты решился попробовать по двум причинам.
Первое. У большинства здешних минотавров зрение было не лучше, чем у мистера Магу. Они и тебя, должно быть, принимали за тощего минотаврика, у которого проблемы с шерстью. А больничный балахон скрывал все прочие различия, вроде отсутствия козлиных ног. Вторая. Твоя наивная коняга совершенно не отдупляла вскрытность. Серьезно, вообще никак. Так что полагаться приходилось только на себя. Если ты все правильно помнил, то руна выхода должна быть буквально в конце коридора. Внимание на вас пока никто не обратил, так что, если повезет... Твоя тележка чихнула, заставив тебя фейспалмнуть. Пожалуй, не стоило надеяться, что все пройдет так гладко, как хотелось бы. Будь здоров, сладенький. А теперь все несказанно хуже. О нет, не-не-не-не-не, зашептал ты, боясь даже подумать о том, чтоб обернуться. Может, если ты сделаешь вид, что не заметил ее, она уйдет? Морщинистая четырехпалая рука схватила тебя за задницу. «Я знал, что ты вернешься ко мне, мой безрогий сладкий пирожок. Никто не мог устоять перед прекрасной Лореттой Милозадой ни вне моей славы, ни теперь». «Ага, теперь точно все. Это она. В прошлый раз тебе едва удалось спастись. Они, может, и старые минотавры, но все равно могут колоть камни голыми руками. И да, самки не исключение, особенно это». Даже те самые лютые некогда ушлепки, что все еще были способны ковылять по коридорам, при виде нее тут же уковыливали прочь по самым разным, но одинаково веским причинам. «Я, знаешь ли, получила все, что хотела. Где хотела и когда хотела от каждого здешнего быка. Кроме тебя, сладенький. Только тебе удалось улизнуть и должна признать. Я думала о тебе». Она развернула тебя лицом к себе. «И раз уж ты снова здесь... Значит, это я обо мне думал». «Лишь чудом ты не сблеванул. Нет, ты знал, конечно, чего ожидать, но увидеть это вживую все равно было как-то слишком». На голове у престарелой минотаврихи была огромных размеров летняя шляпка с широкими полями. Дополняла образ соблазнительное красное платье, трещащее по швам при каждом движении ее все еще бугристых мышц. Она походила на огромную калифорнийскую изюминку с рогами и кольцом в носу. Но это само по себе было еще не так страшно. «Нет, выворачивало тебя от того, что вырез по платья открывал гораздо больший обзор, чем ты или кто угодно другой на всем белом свете желал бы видеть. Морщинистый бурдюк, бывший, вероятно, некогда выменем, свисал из него водопадом из плоти и сосков. Если бы не кое-как поддерживающее его платье, он наверняка волочился бы по полу, оставляя за собой след из... Знаешь что? Знаешь? Давай не будем дальше об этом думать. Хорошо? Бля, не будем. «Анун, кто это?» А, теперь и Селестия выглянула из тележки и уставилась на пожилую минотавриху. А, зашибись, маскировки хана. Хватка ошеломленной коровы ослабла, ты вырвался и повернулся к оликорнице. «Ты что творишь?» – спросил ты, не особо желая услышать ответ. «Мне просто стало любопытно, кто это», — ответила Селестия. «Похоже, ты ее знаешь». «Да, но предпочел бы не знать». «Она тебе нравится?» «Ты чуть не пробил в полу дыру челюстью». «Ты что, блядь, шутишь, что ли?» «Это потому, что она старая, да? Тебя, должно быть, влечет к старушкам. Мне стоило догадаться. Почему иначе тебя заинтересовала такая старая кобылка, как я?» Она шмыгнула, прижав ушки. «Что? Это пони?» Запинаясь, выпалила Лоретта, скривившись от одного вида Селестии. «Кто пустил сюда это мерзкое отродье? Ты что, знаком с этой тварью, сладенький?» «Да, боюсь, что именно так», — воскликнула Селестия, вставая между вами. «И ты его не получишь, потому что, поверь на слово, из нас двоих я гораздо старше. Более того, он сам мне говорил, что его не возбуждают партнерши, которые не видели прихода 500-летней конехвостой кометы хотя бы дважды. Ничего тебе не светит, потаскуха». Минотавриха отшатнулась и закашлялась в отвращении. «Это скотоложество! Это извращение! Ох, ох, звездочки мои! Поверить не могу, что я его хотела! Я...» Ее зашатало. «Санитары! Скорее сюда! У нас извращенец сбежал!» «Чего?» «Ага, а когда в коридор высыпали санитары, так ты вообще охуел до полной бессознательности!» Селестия проскользнула мимо тебя и, опустившись на колени, шепнула. «А теперь нам пробежать!» Ее слова выдернули тебя из ступора, ты вскочил на нее верхом, и она рванула во всю прыть, на скаку опрокидывая тележки с едой и утками, перепрыгивая через ошалевших пенсионеров. Ты прильнул к ее уху, чтобы она могла тебя расслышать в полупогоне. «Ты какого черта там устроила?» «Мне показалось, что самому тебе не выкрутиться, поэтому я решил устроить небольшую диверсию». «И из всех возможных вариантов ты убрала этот?» «Ну, так сработало же.
О, кстати, на перекрестке куда свернуть? Она притормозила, чтобы легнуть очередную тележку, запустив ее вместе с теплой кашей в двух почти нагнавших вас санитаров. «А, сейчас, кажись, направо», — ответил ты. Она повернула, крыльями помогая себе набрать потерянную скорость. «Так ты согласен, что это решение было эффективным?» — продолжила Селестия. «Мы лишились прикрытия, а теперь вынуждены драпать от минотавров убийц. Сдается мне, что можно было все разрушить и по-тихому». «Возможно, ты прав». Она остановилась, чтобы ты мог дернуть рычаг пожарной сигнализации. С потолочной системы тут же хлынула вода, замедлив ваших преследователей, сделав пол слишком скользким для их копыт. Но один мудрец недавно научил меня тому, что зачастую самое простое решение оказывается самым эффективным. Я всего лишь следовала его совету. Ты усмехнулся про себя. Ее не переспоришь, поэтому ты просто почесал ее за ушками. Ладно, твоя взяла. Это был отличный план, и ты приняла правильное решение. Она хихикнула. Вот именно. И выражение твоего лица было даже изумительнее, чем я себе представляла. Ты щелкнул ее пальцем по уху, но она все равно рассмеялась. На горизонте показалась руна выхода. Спереть хирургическую маску оказалось необычайно прозорливым решением. Сейчас только она и не давала тебе задохнуться от дыма и пепла, наполняющих воздух. На Зелестии тоже была маска, которую ты соорудил, распоров больничный халат. Бок о бок вы продвигались по неровной каменистой поверхности. Это место было воплощением ада. Жар от лавы, источаемый близлежащим вулканом, напрочь лишал сил и желания двигаться дальше. Шагать приходилось очень осмотрительно, чтобы ненароком не наступить на раскаленную черную лаву, приняв ее за давно остывшую вулканическую породу. Земля задрожала, и скважины позади вас исторглась темно-красная магма вперемешку с полурасплавившимися камнями. Предсказать, когда и где случится следующий выброс, было в принципе невозможно, и если честно, то не факт, что вам вообще удастся дожить до конца этого испытания. Девятое испытание. Дорога огня. Это было самое бесхитростное из испытаний. Не было в нем ни обходных путей, ни даже возможностей, чтобы проявить смекалку и снизить фактор риска. Серые облака пепла, густо стелившиеся всего в нескольких футах у вас над головами, делали полет затеи куда более рискованной, чем пешая прогулка. Со слипшимися от пепла перьями далеко не улетишь, да и раскаленный воздух сам по себе мог оказаться смертельной ловушкой. Ты внезапно почувствовал, что подошвы стали плавиться, и поспешил переставить туда, где земля казалась похолоднее. Взглянув на почерневшие от сажи копыта Селестии, ты призадумался, а не больно ли ей ступать по раскаленной земле. Она заметила твой взгляд и нежно ткнулась мордочкой, без слов давая понять, что все у нее в порядке. Вы продолжили свой нелегкий путь в полнейшем молчании. Когда воздух настолько горяч, лишний раз раскрывать рот может быть очень опасно, поэтому вы пользовались исключительно языком жестов, чтобы предупреждать друг друга об опасности и подсказывать обходы. Если и была в этом испытании положительная черта, так это то, что выход находился всего в нескольких милях от входа. Мысль, что с каждым шагом ты реально становишься ближе к финишу, прекрасно помогала, когда казалось, что переставлять ноги ты уже не в силах. И пусть дорога отнимала максимум внимания и сосредоточенности, ты все же умудрялся при этом блуждать мыслями в грезах и воспоминаниях, просто чтобы отвлечься от окружающего ада. Тебе вспомнилось, как ты очнулся в Эквестрии и как много здесь оказалось всего, к чему пришлось приспосабливаться. Первые дни стали настоящим потрясением, но стоило убедить себя, что ты просто впал в кому ни с того ни с сего, а все происходящее это просто глюки, как сразу же стало легче. Ведь гораздо проще поверить, что этот цветастый волшебный мир – всего лишь очень реалистичный сон. Однако, рано или поздно во сне должен был настать момент, явно подтверждающий, что это всего лишь плод твоего воображения. Ты ждал его с нетерпением, ждал очень долго, но так и не дождался хотя бы самого тонкого намека. И вот тогда тебе стало по-настоящему страшно. Обращались с тобой хорошо, пони вообще очень гостеприимный народ. Неминуемая аудиенция у Селестии прошла в атмосфере презрения и настороженности, но никаких реальных угроз с ее стороны ты так и не заметил. И лишь когда ты спросил ее, сможет ли она вернуть тебя домой, она ответила, что это невозможно в принципе, на тебя в полной мере свалилось осознание худшего из возможных раскладов, оставив наедине с собственной беспомощностью. Ты ни за что не оправился бы от такого удара, если бы не две пони, вырвавшие тебя из пучины отчаяния, если не словом, то действием. Первой была Пинки Пай, назначившая себя твоей подругой в первый же день. Она уговорила Кейков нанять тебя и не давала ни минуты покоя, увлекая то работой, то играми, а то и участием в ее розыгрышах. Второй была Твайлайт Спаркл, маленькая единорожка, души в тебе не чаявшая. Она жаждала узнать все, все, что только можно о твоем мире и твоем виде, о твоей культуре и обычаях. И да, ее увлеченность казалась очаровательной.
Ты много времени провел, беседуя с нею долгими вечерами под скрип пера, исписывающего заметками журнал за журналом, до тех самых пор, пока в уютной дереблиотеке не догорали последние свечи. Ты запнулся, но Селестия успела подставить тебе плечо. Она окинула тебя встревоженным взглядом, но ты поднял руку, мол, все пучком. Взглянув на левую реку, стекающую по дальнему склону горы, ты зашагал дальше. Оказаться в стране волшебных коняк – это еще куда ни шло. Но кто бы мог подумать, что однажды тебя занесет в это пекло. И как ты докатился до жизни такой? Это случилось настолько плавно, что ты едва успел заметить, как одержимость Твайлайт тобою перешла на новый уровень. Ты отвергал ее ухаживание снова и снова, сперва ненавязчиво и невзначай, затем уже вполне осознанно пытался увлечь ее чем-нибудь другим. Ты не хотел разбить ей сердце. Если признаться, ты поступал как самый настоящий трус. Может быть, если бы ты сразу высказал ей все как есть, то всей этой заварушки удалось бы избежать, и ты спокойно дожил бы свои дни, так и не прогулявшись по берегу реки Флегетон. А с другой стороны, может быть и нет. Особенно учитывая, сколько сил она тратит, чтобы тебя вернуть. Может быть, она от природы такая, и на твоем месте вполне себе мог оказаться какой-нибудь другой бедолага-жеребец. И несмотря на все случившееся, были в этом и кое-какие положительные моменты. Хотя почему кое-какие? Очень даже положительные моменты. Ты повстречал девушку. Ладно, кобылу. Вы жили вместе. Тебе приходилось постоянно мириться с ее дурацкими привычками и заскоками. Не раз и не два тебе приходилось вытаскивать из слива ванны огромные клубки разноцветных волос. А сладости, оставленные дома без присмотра, исчезали практически мгновенно. И если бы только это... Однако вместе с этим твоя жизнь наполнилась теплом и уютом, заполнившим пустоту в душе, оставшуюся после разлуки с домом и родным миром. Как солнце, восходящее в последний день зимы, она растопила лед и раскрыла истинного тебя, и тем самым раскрыла и себя тебе. И тем самым завладела твоим сердцем. Совершенно неосознанно ты переключил внимание с огненной реки на выдохшуюся аликорницу. Она и это заметила и, кажется, улыбнулась. Трудно было сказать из-за маски, скрывающей ее лицо. И тут рядом с тобой раздался пронзительный свист. Это разверзлась новая скважина. За обжигающей ударной волной последовал град из мелких оплавленных камешков. Ты приготовился к неминуемой гибели. Огромное белое крыло заслонило тебя от лавы, и в следующее мгновение ты услышал исполненный боли вопль Селестии. Воздух наполнил запах жженых перьев. Вы шарахнулись в сторону от скважины. Убедившись, что угроза миновала, ты осмотрел ее крыло. Кроющие перья сгорели начисто, а маховые, если и остались, то были совершенно непригодны для полета. Кожа местами была обожжена и нуждалась в срочном лечении. Со слезами на глазах она поднялась и жестом показала, что нужно двигаться дальше. В голове твоей роилось великое множество мыслей, и каждая из них желала быть озвученной, но ты не мог позволить себе высказать и какой-то одной, не вдохнув при этом слишком много отравленного воздуха сразу. Ты протянул руку и погладил ее шею, она обернулась к тебе, и в ее глазах ты явно прочитал ответ. Есть то, что стоит такой жертвы.